во второй серии третьего сезона сериала «Мажор» в отделе появляется новый следователь Валерий, сокурсник и экс-возлюбленный Вики. Валерий и Соколовский отправляются в больницу, куда привезли владельцу частной транспортной компании. Дело оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. Методы работы Мажора и Валерия сильно отличаются. Пряников приходит к выводу, что версия Игоря убедительнее и дает ему карт-бланш.